Mas eu proíjalo. У тебя, у Юры тут прикольная такая пепельничка, яркая. Ну блин. А тебе надо такого придумать? Не, ну... Как бы это сам. Какие сигареты это, обычки кидать. С этими столько пожарами. Телевизором галдит. Ай-яй-яй, не кури в лист. Значит, штраф ебу. Да нет, там не штраф, там статья уже идет. Вроде все. Поехал. Да. Часики. А? Юра, ей быстрее, у меня машина глохнет. Я застрял. Почему? Ну глохни все равно. Давай, цепляй, пусть остынет немного. Сейчас мы тебя зацепим, да потихоньку едем, грибы глядим. О, веревка это какая-то. Так взяли же, блин, на лужу надо нападать. Ну, ты же нас еще будешь вытягивать.
как ты это взял? А куда ты взял? Так... А, ты хочешь меня тянуть хочешь? Ну давай. Попробуй, мы же ни разу не... Юра, интересно, вот эта штука у меня сейчас пишет или нет? Глянь, пожалуйста. Вроде моргает лампочка. А там что пишет, цифры, какие буквочки? Может, поправь объектив и закрутить. Видишь, ты меня почти как в маслах колупаешь. Что тут надо нажать? А, ну, пишет нормально. 5.40. Первый класс, второй класс пишет. Ну, 1А, 1Б. Ну, в школе много классов. Я столь сложной техники не понимаю. Колесо цепляй, поехали. Так я ж так и делаю. Напишем в видео вот так там. Я поеду. Подожди, что мне тут с передачи тогда снялся. Да? Что? Давай. Нормально. Да нет, не пишу. Давай Юру сюда, пускай тут будет собирать грибы. А там ролик. Коряка-коряка. Совсем, блин.
Ты с собой щепоты взял? Давай тянуть. Вытягивать надо. А давай! А тут просто у него крутой берег, он не может передним колесом выехать. А назад там... А назад там колесо. Все, он уже сих там. Ему надо вот сюда ехать. Юра! Юра! Да давай по... Вот так вот, там попробуй выехать. А тут глубоко степануло этим, блин. Да. И вон. Ага. Да, тут поглубже стало, чем в прошлый раз. Да. Я, если бы не остановился, я просто увидел глубину и остановился.